господин Гользин. Вы меня слышите, господин Гользин? Я должна сказать вам следующее. Я не знаю, как вы, но я уже зарядилась кислородом для нашей ужасной городской жизни. Как вы думаете, господин Гользин, нам, вероятно, уже пора домой? Пожалуй, пора. Ой, господин Гользин, господин Гользин, будьте, пожалуйста, любезны до конца и помогите мне. Я не могу перешагнуть это. Прошу, фрау Заврих. Благодарю. Вот уже несколько лет подряд, господин Гользин, вы меня ранней весной вывозите сюда. И должна вам сказать откровенно, что мне этой прогулки хватает почти на целый год. Вы знаете, господин Гользин, мне не очень хочется возвращаться в город. А вам? В том-то и дело. Вы знаете, мне до черта надоело мое учреждение. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду этот проклятый кабак и мою, это так сказать, с вашего позволения, мою профессию. Подержите, пожалуйста. Конечно, если бы не война, и дети мои были живы. Вы знаете, какая это трава? Это великолепная трава, лечебная. Вот если ее посушить, то очень хорошо из нее отвар сделать. Понюхайте-ка, а? Нужно пить этот отвар при больных почках. У вас болят почки? Нет. Жаль. Очень жаль, потому что этот отвар очень хорошо помогает при больных почках. Как вы думаете, господин Больжин, я смогу еще проходить сезон в этих ботах, а? Вполне. Я тоже так думаю. Ой, как хорошо птицы поют. Как хорошо, что пришла весна. Вы знаете, весна – это победа над голодом, победа над зимой. И даже, если хотите знать, победа над смертью. Вы так думаете? А вы? Пожалуй, вы правы. Да, я права. Расскажем вам о некоторых событиях последней военной весны. Последней весны войны. Через 3 месяца фашизм будет разгромлен. А сейчас ожесточенные бои идут на Одере, под Будапештом, в Померании. Мы расскажем вам лишь о 17 днях этой весны. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. У каждого мгновения свой резон. Свои колокола, своя отметина. Мгновенья раздают, кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет в твое мгновение. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, 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 мгновение.
Бункер Гитлера. Стенограмма совещания у фюрера. Присутствовали рейхсмаршал Геринг, фельдмаршал Кейтель, начальник сухопутных сил Йодль, рейхсляйтер Борман, рейхсминистр промышленности Шпеер, начальник главного управления имперской безопасности Кальтенбруннер, бригадофюрер СС Шелленберг, посланник МИД Хавель, адмирал Фосс, адмирал фон Путкамер, капитан третьего ранга Нейрат, адъютанты, стенографистки. «Нам отпущены часы. Именно часы для того, чтобы завоевать победу», — говорил Гитлер. «Каждый, кто может смотреть, анализировать, делать выводы, обязан ответить мне на один вопрос. Возможно ли близкая победа? Причем я не прошу, чтобы ответ был слепым своей категоричности. Меня не устраивает слепая вера. Никогда еще мир не знал такого парадоксального в своей противоречивости союза, каким является коалиция союзников. В то время как цели России, Англии и Америки являются диаметрально противоположными, в то время как они движутся, направляемые разностью своих идеологических устремлений, мы движимы одним устремлением. Ему подчинена вся жизнь. В то время как противоречия между ними растут и будут расти, наше единство теперь, как никогда раньше, обрело ту монолитность, которой я добивался многие годы этой тяжелой и великой кампании. Помогать разрушению коалиции наших врагов дипломатическим или иными путями – утопия, если не проявление паники и утраты перспективы. Лишь нанося им военные удары, лишь демонстрируя несгибаемость нашего духа и неистощимость нашей мощи, мы ускорим конец этой коалиции, которая развалится при грохоте наших орудий. Я обращаю свой взор на немцев. Только наша нация может одержать и обязана одержать победу. В настоящее время вся страна стала военным лагерем. Я имею в виду Германию, Австрию, Норвегию, часть Венгрии и Италию, значительную территорию чешского и богемского протектората, Данию, Голландию. Это сердце европейской цивилизации. В наши руки попал материал победы. От нас, от военных, сейчас зависит, в какой мере мы используем этот материал во имя нашей победы. Поверьте мне, после первых же сокрушительных ударов наших армий коалиция союзников рассыпется. Главное управление имперской безопасности. Рейхсфюрер СС Гиммлер. Вы свободны. Можно начинать? Да, пожалуйста. Пожалуйста, начинайте. Свет нам не помешает? Сейчас быстро темнеет. Лучше все-таки опустить светомаскировку. Хорошо. Совершенно секретно. Личное дело Шелленберга Вальтера, бригадофюрера СС, начальника 6-го отдела РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1933 года Шелленберга Вальтера, бригадофюрера СС, начальника 6-го отдела РСХА. Политическая разведка. Истинный ариец. Характер нордический, отважный, твердый. С друзьями и коллегами по работе открыт, общителен, дружелюбен. Беспощаден к врагам рейха. Отличный семьянин. Кандидатура жены утверждена рейхсфюрером СС. Связей порочащих его не имел. Великолепный спортсмен. В работе проявил себя выдающимся организатором.
victory over Nazism. Февраль 45 года, канун победы над нацизмом. The events of the last week give us every reason. События последней недели дают нам полное право так говорить. Наступление русских армий, взорвавших оборону нацистов на Одере. Их мужество в Венгрии и Чехословакии стяжали вечную славу Красной армии. Ожесточенные морские бои свидетельствуют о полном превосходстве союзников. Успешно развивают наступление войска Эйзенхауэра и Монтгомери. Полная победа. В воздухе и на море окончательно очевидно. Пропагандистская шумиха. Можете не переводить. After our landing in Europe in June 1944, the situation on the various fronts changed drastically. More and more Allied troops are getting ready to go to the front. Canadians and New Zealanders, Britons and Americans are bringing freedom to Europe. France and Holland have been liberated. The mighty Russian offensive in the east has resulted in the liberation of Poland, Bulgaria and Romania. Nazism is now like a hunted beast. The blows dealt by the Red Army and the mighty onslaught of the Anglo-American troops amazed the entire world with their impetuosity. Пусть покажет нашу хронику. Пожалуйста, последний выпуск Die Deutsche Wochenschau. Омерзительная пропагандистская шумиха. Но это правда, Рейхсфюрер. Перестаньте, не поддавайтесь панике. Welt zu beweisen, dass Deutschland nicht nur an der Front, sondern auch in der Heimat über Millionen wehrbereiter und wehrentschlossener Männer verfügt, die den festen und unerschütterlichen Willen haben, niemals vor den Feinden des Reiches die Flagge zu streichen und feige zu kapitulieren. Ein Vorbeimarsch an Dr. Goebbels beschließt die Kundgebung. Der Tag des Volkssturms ist ein kraftvoller Beweis dafür, dass kein Feind Terror das deutsche Volk beugen kann und dass die Herzen seiner Menschen über Masse, Material und Hass triumphieren werden. Schwere Bomber sind in der Luft, die dem Hermann Göring Schwadde angehören. Europa kracht unter ihren Bombenangriffen zusammen. Achtgebern Torpedo. Unsere heldenhaften Matrosen gewinnen einen grandiosen Kampf nach dem anderen. Wir sehen den gepriesenen britischen Astro-Bums. Getroffen vom ersten Mal an.
Вы говорили, что мы не можем драться. Вы правы, мы еще можем драться. Но нам уже давно пора начать диалог с Западом. Промедление смерти подобно. Сейчас весна 45-го, а не осень 41-го Рейхсфюрера. Благодарю за напоминание. Но я, представьте, каждый день смотрю в календарь, Вальтер, с утра. Что еще? Русская хроника. Их экстренный спецвыпуск конференции в Ялте. Интересно. Это по каналу Джона. Интересно, давайте. Пожалуйста, продолжайте. Весь мир облетело сообщение о работе исторической Ялтинской конференции, которая началась 4 февраля 1945 года. В воздухе самолет президента Соединенных Штатов Америки, господина Рузвельта. Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт. В воздухе самолет премьер-министра Великобритании господина Черчилля. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. В Ливадии в течение 8 дней продолжались беседы руководителей антигитлеровской коалиции Сталина, Рузвельта и Черчилля. В течение 8 дней ежедневно за круглым столом собирались руководители 3 великих держав, решая вопросы завершения разгрома нацистской Германии и установления прочного мира. На конференции были поставлены и решены следующие вопросы. Разгром Германии, оккупация Германии и контроль над ней, репарации с Германией, вопрос о конференции Объединенных Наций. Он постарел, не правда ли? Была составлена и подписана декларация об освобожденной Европе. Был подвергнут всестороннему и плодотворному обсуждению вопрос о Польше, мне кажется, что нет. О Югославии. Были установлены принципы и сроки для совещания министров иностранных дел. На конференции было решено также, что сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы союзников на основе более тесной, чем это было когда-нибудь раньше, координации военных усилий нанесут в полностью согласованные сроки новые, еще более мощные удары в сердце Германии. Какая идиллия. Удары с востока, с запада, с севера и юга. Так было решено на конференции. Нет, он все-таки постарел. Вальтер. На его месте я, пожалуй, так явно не обнаруживал бы своего полного непонимания и неприятия союзника. Мне думается, нас это должно устроить. Рейхсфюрер, сейчас весна 45-го. Да-да. Можно? Да, пожалуйста. Я вас слушаю. Да. В Лиссабоне. Пять дробь 11. Я докладывал. Я об этом докладывал. Да.
Это не телефонный разговор. Нет. Сейчас нет. Совершенно секретно. Личное дело Холтефа Вильгельма Фердинанда. Оберштурмбанфюрер СС, 4-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1938 года Холтефа Вильгельма Фердинанда, оберштурмбанфюрера СС. Истинный ариец. Характер, приближающийся к нордическому. Стойкий. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Имеет отличные показатели в работе. Спортсмен. Беспощаден к врагам Рейха. Холост. Связей, порочащих его, не имел. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Мне еще многое не ясно. Да. Согласен. Хай Гитлер. Мое начальство приказало посоветоваться с вами. Тут у меня одно запутанное дело. То ли мой заключенный психически неполноценен, то ли его следует передать к вам в разведку, потому что он говорит так, как говорят по радио эти английские свиньи. Не могу, понимаете? Я просто хочу жить. Просто жить при ком угодно, при фашизме, капитализме, с Гитлером, без Гитлера. Я не могу так. Я задыхаюсь от вашей слепоты, глупости, безумия. Кто тебе приказывал писать прокламации? Кто? Ты сам не мог додуматься до этой мерзости. Кто тебе передавал этот текст? Твоей рукой водила чужая вражеская воля. С кем ты снюхался из врагов, где и когда? Нигде. Ни с кем я не снюхался. Я боюсь говорить даже с самим собой. Я всего боюсь. Неужели у вас нет глаз? Неужели вы не понимаете, что все кончено? Мы пропали! Неужели вы не понимаете, что каждая новая жертва сейчас – это вандализм? Вы всегда твердили, что живете во имя нации. Так уйдите! Спасите остатки нации! Вы обрекаете на смерть несчастных детей! Вы фанатики, дорвавшиеся до власти! Вы сыты? Курите хорошие сигареты? Пьете кофе, коньяк? Так дайте нам жить как людям, а не как бессловесным рабам! Или убейте меня сейчас, чтобы не сходить с ума от сознания собственного бессилия. От сознания тупости нации, которую вы превратили в бессловесное стадо! Погодите. Крик не довод. У вас есть какое-нибудь конкретное предложение? Что? Я спрашиваю, какие у вас конкретные предложения? Как нам спасти детей, женщин, стариков? Что мы должны для этого сделать? Критиковать и злобствовать всегда легче. Выдвинуть разумную программу действий значительно труднее. Я отвергаю астрологию. Я преклоняюсь перед астрономией. Меня лишили кафедры в Киле. Вот почему ты злобствуешь, собака! Погодите. Не надо кричать. Продолжайте, пожалуйста. Существует взаимосвязанность между всеми живущими на Земле и небом, солнцем. Эта взаимосвязанность помогает мне точнее, трезвее оценивать все, что происходит на Земле моей Родины. Мне будет интересно очень поговорить с вами на эту тему подробнее. Ну а сейчас, вероятно, мой товарищ позволит вам пойти в камеру, где вы пару дней отдохнете, ну а потом мы с вами вернемся к этому разговору. Можете увезти. Вы тоже свободны, идите.
В некоторой степени не вменяем. Разве вы не видите? Все ученые, писатели, артисты по-своему не вменяем. Им нужен особый подход. Потому что они живут в своей придуманной ими жизни. Отправь этого чудака к нам в больницу на экспертизу. Если бы сейчас был мир, мы бы отправили его в лагерь. Он быстро бы там перековался. Потом приносил бы пользу Райху и нации, работая где-нибудь в институте или на кафедре. Ну, а сейчас... Он разговаривает, как проклятый англичанин из лондонского радио. Или социал-демократ, снюхавшийся с Москвы. Люди выдумали радио для того, чтобы его слушать. Вот он и наслушался. Нет, это не серьезно. Нас, как разведку, это не интересует. Было бы интересно с ним встретиться через несколько дней, чтобы пощупать, действительно ли он ученый, или просто неврастенник. Если он серьезный ученый, мы пойдем к Мюллеру или к Кальтенбруннеру с просьбой дать ему хороший паек и эвакуировать в горы, туда, где сейчас цвет нашей науки. Пусть работает. Он сразу перестанет болтать. Когда не будет бомбежек, когда будет много хлеба с маслом, и хороший домик в горах, в сосновом лесу. Нет? Да, тогда бы никто не болтал. Если бы у каждого был хороший домик в сосновом лесу, много хлеба с маслом и никаких бомбежек. Я хотел сказать... Прошу простить, дружище. По заданию Шелленберга через 20 минут я должен быть у начальника 123-й тюрьмы. Хай Гитлер. Хай Гитлер. Совершенно секретно. Личное дело фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС, 6-й отдел РСХА. Характеристика на члена НСДАП с 1933 года фон Штирлица Макса Отто, штандартенфюрера СС. Истинный ариец, характер нордический, выдержанный. С товарищами по работе поддерживает хорошие отношения. Безукоризненно выполняет свой служебный долг. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный спортсмен. Чемпион Берлина по теннису. Холост. В связях порочащих его замечен не был. Отмечен наградами фюрера и благодарностями рейхсфюрера СС. Приведите его. Говорит Шранко. Из журнала 5-го блока ко мне. Он сидит уже 6 месяцев. Да, штандартенфюрер. Если точнее, 6 месяцев 15 дней. А почему к нему так часто вызывает врача? Он что, болен? Он голодает. Как долго он держал последнюю голодовку? Неделю. Хайгегер. Вальман, заключенного номер 524 на допрос к штандартенфюреру Штирлицу. Разрешите выполнять? Очко я взял. Христос! Псалом. Номер 8. Еще. Семь. Восемь. Кто банкует? Я. На что? Ногу. Выше, выше. Вот так. Полчаса простоит. А если проиграешь? Я ему зуб выбью. Запрещено распорядком. Расшатай одним пальцем. Банкуем? Курт.
Вызови 524-го на допрос. 524-го? Да. 524-го на допрос. Понял. 524-го на допрос. Он сидел в одиночке? Да. Дважды? Дважды. А кто приказал его посадить к уголовникам? Предписание его следователя. Ну и как? Как и прежде. К нему применяли метод устрашения? Да. Ну и что? Заключенный 524 сейчас будет здесь. Отлично. Я забираю этого вашего пастора до 22. Извините, штандартенфюрер, но... Вот указание бригадофюрера Шелленберга. Без конвоя? Там все сказано. Приведите его в порядок. Я вернусь за ним через полчаса. В 22.00 вы получите его обратно. В 22.15 он должен сидеть в одиночке. Я в Берлине живу 52 года, здесь еще ни разу не был. Садитесь, садитесь, прошу вас. Пиво, пожалуйста. Рад вас видеть в добром здравии. А нашим временам это немало, а? Прошу. Благодарю вас. Пиво сюда. Да, странно. Что странно? Странно, что вы прожили в Берлине 52 года, а здесь ни разу не были. Хотя вы бывали и в Лондоне, и в Париже, и в Праге, и в Берлине, нет? Да.
Я бывал и в Париже, в Лондоне, и в Праге, и в Берне. Вы еще забыли два города. Антверпен и Будапешт. Меня уже спрашивали об этом на допросах. На тех допросах, где меня били и лишали сна и еды. Да бог с ним, с Антверпеном, тем более, что сейчас там англичане. А вот Берлин, я специально вас провез по городу. Вы видели, что стало с Берлином? Видел. Ну и как? Ешьте. Ужасно. Что ужасно? Ужасно то, что вы, пастырь, не являетесь патриотом германской государственности. Скажите, вот то, что меня, пастыря, полгода мучают в тюрьме, это неизбежное следствие вашей государственности. В тюрьмах воспитывают заблудших. Естественно, те, кто не заблуждались, а были врагами, те подлежат уничтожению. А вы решаете, кто перед вами прав, а кто виноват? Безусловно. Значит, вы все знаете о каждом. Кто где ошибается, кто где не ошибается. Значит, вы все-все о каждом из нас знаете? Мы знаем, чего хочет народ. Народ. А ведь народ-то состоит из людей. Значит, во имя народа вы уничтожаете людей. Кельнер! Пожалуйста. Кофе. Два раза коньяка, сигарет. Скажите, а как часто в истории христианства уничтожались инакомыслящие во имя того, чтобы остальной пастве жилось лучше? Уничтожали еретиков. Хорошо. Выступая против ереси, церковь допускала насилие? Допускала. Насилие против ереси допускалось в течение 8 веков. Мы пришли к власти в 1933. Так что же вы хотите от нас? За 11 лет мы ликвидировали безработицу, накормили немцев. Да, насилу инакомыслящих. А если вы такой убежденный противник, то не стоило ли вам больше опираться на материальное, а не на духовное? Не понял, простите. Ну, попробовали бы организовать какую-нибудь антигосударственную группу среди своих прихожан. Видите ли, если бы я начал применять против вас ваши методы, я бы невольно стал похожим на вас. Значит, если к вам придет человек... Кто придет? Какой-нибудь молодой человек из вашей паствы. И скажет: святой отец, я не согласен с режимом и хочу с ним бороться. Я не стану ему мешать. Да, но он скажет, что я хочу убить гауляйтера. А у гауляйтера 3 детей, девочки. 2 годика, 5 лет и 9 лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите? Не знаю. А если я к вам приду и спрошу про этого молодого человека, вы мне не скажете? Вам я ничего не буду говорить. Молодец, Штирлиц. Хорошо поработали.
Честно говоря, не думал. Не думал, что он так быстро согласится. Честно говоря, не думал, что он так быстро согласится сотрудничать с нами. Хорошо, хорошо поработали, Штирлиц. Ну, согласился не от страха. Посредничество – его естественное состояние. Он ничего не боится, ему нечего бояться. Он играет в открытую. Я бы не стал торопиться со столь категоричными выводами, Штирлиц. Устройте-ка ему хорошую проверку. В камере? Подсадить своего человека? Хорошо. Устраивайте ему хорошую проверку на свободе. Я попробую договориться с Рейхсфюрером, чтобы мы выпустили пастора для своих целей на какое-то время. Приемная начальника Главного управления имперской безопасности Кальтенбруннера. Совершенно секретно. Личное дело Крюгера Фридриха Вильгельма, группенфюрера СС. Характеристика на члена НСДАП с 1929 года Крюгера Фридриха Вильгельма, группенфюрера СС. Истинный ариец, преданный фюреру. Характер нордически твердый. С друзьями ровен и общителен. Беспощаден к врагам Рейха. Отличный семьянин. Связей, порочивших его, не имел. В работе зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела. Есть ли у вас какое-либо оправдание, достаточно объективное, чтобы вам мог поверить фюрер? Как-никак вы, и только вы, отвечали за проведение акции возмездия в Кракове, Крюгер. Вот, ознакомьтесь с рапортами о том, как не был взорван Краков. А ознакомившись, ответьте. Нет. У меня нет оправданий. И не может быть. Я солдат. Война есть война. Я не жду себе никаких поблажек. Надо проанализировать провал, чтобы не повторить его впредь. Обергруппенфюрер, я понимаю, моя вина безмерна. Но я хотел бы, чтобы вы выслушали штандартенфюрера Штирлица. Он был полностью в курсе нашей операции и может подтвердить, что все было подготовлено в высшей мере тщательно и добросовестно. Какое отношение к операции имеет Штирлиц? Он из разведки Шелленберга и занимался в Кракове совсем иными вопросами. Да, я знаю, он занимался пропавшим снарядом ФАУ по делу Рунги. Но я считал своим долгом посвятить его во все подробности нашей операции. Справедливо полагаю, что, вернувшись, он доложит рейхсфюреру или вам о том, как мы готовили операцию. Я ждал дополнительных указаний от вас,
но так их и не получил. Штирлиц входил в состав лиц, подлежавших ознакомлению с этой операцией? Этого я не знаю. Пожалуйста, узнайте, был ли внесен Штирлиц из 6-го управления в списки лиц, допущенных к проведению операции по уничтожению Кракова. Обергруппенфюрер, это целиком вина моя, и мне будет очень больно, если вы накажете Штирлиц. Я глубоко уважаю его как преданного борца. Я могу смыть свою вину только кровью на поле битвы. А кто будет бороться с врагами здесь? Я один? Это слишком просто — умереть за родину и фюрера на фронте. И куда сложнее работать здесь, под бомбами, выжигая каленым железом скверну. Здесь мало одной храбрости. Здесь нужен ум, Крюгер. Большой ум. Узнайте, пожалуйста, был ли на приеме руководство Штирлиц после возвращения из Кракова? Если был, то у кого именно? Поинтересуйтесь также, какие вопросы он затрагивал в беседе. Я уже поинтересовался на всякий случай. На докладе у руководства он не был. По прибытии Штирлиц сразу же переключился на работу по выявлению лиц, подходящих для внедрения в южную группу. Спасибо, вы свободны. Можете отдохнуть сегодня. А завтра подробно, в деталях, напишите мне все об операции. Там подумаем, куда вас направить на работу. Людей мало, дел много, Крюгер. Очень много дел. Хайль! Хайль! Подберите мне все дела Штирлица за последний год-два. Но только так, чтобы об этом не узнал Шелленберг. Не надо вносить паники. Штирлиц – ценный работник и смелый человек. Не нужно бросать на него тень. И заготовьте приказ на Крюгера. Мы отправим его заместителем начальника пражского гестапо. Вызовите машину. Через 20 минут я должен быть в крематории. Слушаюсь. Это Будапешт. Сегодня 13 февраля, после кровопролитных многодневных боев, сокрушив жесточайшее сопротивление гитлеровских войск, советская армия освободила столицу Венгрии от фашистского гнета. Войска 2-го Украинского фронта при содействии войск 3-го Украинского фронта завершили разгром окруженной группировки противника в Будапеште и полностью овладели столицей Венгрии. В ходе боев за 11 и 12 февраля в западной части города, по предварительным данным, было взято в плен более 30 тысяч солдат и офицеров противника. Освободителей встречали жители Варшавы, Софии, Бухареста, Белграда, Вены, освобожденные героизмом советского солдата. Сегодня их встречают жители Будапешта. Советские танки вступили на землю Германии. Во
войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова, сломав оборону противника, вышли к Одеру, последнему водному рубежу на пути к столице гитлеровской Германии. Начался штурм нацистской цитадели. Штирлиц приехал к себе домой, когда только-только начало темнеть. Он любил это время года. Снега почти не было. По утрам высокие верхушки сосен освещались солнцем. И казалось, что уже лето. Здесь, в Бабельсберге, совсем недалеко от Потсдама, в своем коттедже он жил один. Бабельсберг, по странному стечению обстоятельств, остался почти не тронут бомбежками. Сюда только доносилась канонада, день ото дня все более слышная. Народу здесь, как и в Берлине, осталось мало. Люди спасались от налетов, уезжая в деревни, в горы. Добрый вечер, господин Штирлиц. Добрый вечер. Сегодня вы свободны. Спасибо. Вот ваша почта, господин Штирлиц. Сейчас я приготовлю вам ужин и уйду. Хорошо. Который час? Около 7, господин Штирлиц. А точнее? Без четверти 7. Хорошо. «Счастливая девочка. Она может себе позволить это около 7», — подумал Штирлиц. «Самые счастливые люди на Земле — те, которые могут вольно обращаться со временем, ничуть не опасаясь за последствия».
der Großdeutsche Rundfunk. Wir übertragen den OKW-Bericht vom 13. Februar 1945 aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Raum von Fürstenberg, Frankfurt an der Oder Küstrin, veränderte sich die Lage nicht wesentlich, obwohl die feindlichen Angriffe auch hier etwas stärker waren als in den Vortagen. Die Besatzung von Küstrin kämpfte weiterhin hervorragend und schlug alle feindlichen Angriffe zurück. Unsere Sendung ist damit zu Ende. Я Москва, Север 1. Вызывается Тайга 5. Вызывается Тайга 5. Тайга 5. Сообщаем. Для геологических партий 12, 16, 21. Результаты анализа шихты, присланные соответственно 1, 3 и 7 января этого года. 38, 977, 35, 610, 97, 653. Это была шифровка, предназначенная для него. Он ждал ее уже 6 дней. Такие шифровки он получал раз в месяц. Цифр было много. Диктор читал их привычно, сухо и четко. Для него эти цифры были только цифрами. 21. Особое внимание обратить на Нижнеюрские отложения в квадрате АС-5 в районе Сопки 2569. При упаковке образцов пород просьба придерживаться наших стандартов. Николаева поздравляем с рождением сына. Вес 3,5 килограмма, рост 49, конец. Повтор через час.
Задание, полученное Штирлицем через московское радио, гласило следующее. Центр Юстасу. По нашим сведениям, в Швеции и Швейцарии появлялись высшие офицеры службы безопасности СД и СС, которые пытались установить контакт с работниками Алена Даллеса. Вам необходимо выяснить, являются ли эти попытки контактов. Первое. Дезинформацией. Второе. Личной инициативой высших офицеров СД и СС. Третье. Выполнением задания центра. В случае, если эти сотрудники СД и СС выполняют задание Берлина, необходимо выяснить, кто послал их с этим заданием. Конкретно, кто из высших руководителей Рейха ищет контактов с Западом. Алекс. Алексом был руководитель советской разведки, а Юстасом он, штандартенфюрер Штирлиц, известный в Москве как полковник Максим Максимович Исаев, только высшим руководителем. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение. У каждого мгновения свой резон. Свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают. Кому позор, кому бесславие, а кому бессмертие. Из крохотных мгновений соткан дождь, течет с небес вода обыкновенная. И ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет. Твое мгновение. Придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах высока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.